человеческого развития мы все время видим не там. Люди, начиная от индивидуальных своих ощущений до исторического сознания наций и общества, а чаще всего принимают материальное благополучие за ту цель, к которой мы идем. Мы провалились в такие глубины бытия, в такие бездны, что это условие «любовь все спасет» — это значит, вот сразу прыгай сюда, вот сразу поднимись на всю ступень. Я считаю, что это практически невозможно. Я думаю, что надо дать промежуточные ступеньки, по которым можно как-то дойти до этой высоты. Сегодняшнему человечеству сказать «любите друг друга» ничего не будет, не выйдет, не полюбят. Не спасут любовь. Надо обратиться с какими-то промежуточными, умеренными призывами. Хотя бы не действовать против справедливости. Вот как ты понимаешь справедливость, хотя бы ее не нарушай. Не то, что люби каждого, но не делай другому такого, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. Мы сейчас находимся уже совершенно не на мирной территории. Вот, краткий инструктаж. Значит, не останавливаемся, но если остановились, и любой, так сказать, из ряда вон ситуация, чем дальше от машины, тем больше шансов остаться живой. Thank you.
поднимется промышленный Донбасс. И тогда я не завидую никому. Майдан силен! На Майдан! Это сатанинская власть. Сатанинская. Да, для испытания какого-то. Надо брать оружие в руки и мочить этих, блин, кацапов чертовых вместе с их руководителем. Я подниму весь мир, как только смогу, для того, чтобы, блин, просто для ПРСИ не осталось даже выжженного поля. Страшно из-за того, мне страшно из-за того, что если они придут сюда. Всю жизнь там как рабов держали в Донбассе. Сегодня звучит особенно остро, точно, больно. Я об этом думал, когда Киев запылал, вот Майдан запылал в феврале, то я даже сказал своим сыновьям, знаете, если бы отец до сегодняшнего дня дожил и вот включил телевизор, вот тут бы он и умер. Всплеск по всей территории вооруженного насилия. А это украинский сигнал или это? Это нет, российский. Скорее всего, националистические идеи будут продвигаться националистами с применением своего озаконенного оружия. Золоте відерце
засмутила козакові серце, а хто ж те є? Відерце дістане той зі мною, нарушничок стане. Наряжу. Магазин на місці. Выстрела нет. Патрон вылетел. Следующий патрон в патроннике. Выстрела нет. И так сколько угодно раз. Не стреляет укровское оружие. Назовем его так. Плохой пистолет. Донецкой Республики я служу с конца октября 2014 года. С июля месяца по август месяц, нет, порядка месяца-полтора, вот, я служил в Луганской Республике, непосредственно в Луганске. Вот, в августе выходили из окружения, благополучно, так сказать, практически без происшествий вернулся домой. Привет, заходите. Вживую, так сказать, в общежитии сейчас. Это наша общая кухня. Немножечко, конечно, неприглядно, но как-то высоко. Моя комната. Вот я живу, сделал ремонт. Поклонники, друзья, близкие писателя пришли на его могилу в некрополе Донского монастыря. Вот видео грубое снял просто для истории своей, где нас временно расположили, где мы временно живем. Домик такой. Не бедный, так скажем. Здесь мрамор, камин, там один диван, 4 метра в одну сторону, 4 метра в другую. Если раскладывать, 16 квадратных метров. Грубо говоря, это комната в хорошей квартире, получается, площадь. Люстра где-то такая стоит. Ой, боюсь даже представить. Часики под каждый это город. А эта штука, дверь, открывается, берется вот так вот. Там у меня кухня. Кадровых военных официально на этой территории нет. Начнем с того. Да. У любого, так сказать, военного есть военбилет офицера запаса. Я был в России, да, на тот момент. Угу. Это июль 2014 года был. Вот. Находился здесь. Вот. Ну, блин, я даже не знаю, как вот сейчас правду сказать, блин, за это по шапке нагреет. Сказать могу одно, то, что я не отказался. То есть у меня была мысль в голове, но как-то это самое, не доходили ноги. Потом просто к ногам голову приставили, и я не отказался. Оказался там. Сначала в Луганске, потом в Донецке. Не то, что хотел тебе, потому что сродни слову желать. Войны никто не желает. Вот, и тем более уж умирать. Но на то были причины. У меня дед воевал с фашистами. Вот, а там на той стороне 99% фашисты. Люди убежденные, так сказать, в правоте гитлеровских идей. Это война с фашизмом. Просто если ее не остановить там, она будет когда-нибудь здесь. У меня здесь ребенок живет, вот, в России. Зачем? Не хотел бы, чтобы он увидел то, что переживают дети на той стороне. Всем, конечно, невозможно помочь, и это печально. И народ Донбасса не хочет подчиняться, можно сказать, вот этому вот режиму нацистскому, киевскому.
хватит нехорошего. Ничего хорошего она не дает. По крайней мере, человеку с головой на плечах. Не затем я туда ехал. Первый раз еще, когда это еще в чеченскую компанию было, точнее, до того, как чеченская компания началась, с Дагестана начали, это был то ли конец августа, то ли начало сентября 99-го года. Я еще тогда, на тот момент, молодой офицер. Для меня это все было романтикой. Может быть, где-то внутри все кипело вот так вот. Ого, какое от этого может быть удовольствие? Удовольствие я могу привести примеры, кто от этого испытывает. Но, к счастью, таких людей там уже осталось очень мало. Грубо говоря, люди, которые едут чисто убивать, потренироваться, что-то сказать, какую-то материальную выгоду для себя, психологическую выгоду для себя. Вот я не вижу ничего хорошего, то, что человек пристрастен к убийству. Ведь война – это всегда убийство. И убийство не обязательно равного себе военного или еще кого-то. Но со временем, когда уже сбился со счета одного-двух, тогда уже просто этот список теряется. Да и, честное слово, это ни к чему. Это не заслуга. Заслуга не то, что ты сколько убил, а сколько раз ты выжил из этого. Сколько раз ты выжил и сколько своих бойцов живыми сохранил. Это да. Сейчас даже не сосчитаю. Первый раз, говорю, когда получил ранение еще в Чечне. Я не знаю, меня очень много раз хоронили. Много раз хоронили. Что в Чечне вот два ранения получал, домой похоронки приносили. Как обычно, по традиции, тельняшку берет. Но всегда Бог миловал. И здесь тоже. И раз, и другой. Хоронили много раз. Даже так, не царапинки не было. Многое сказанного и написанного тогда Солженицыным сейчас выглядит пророчески. И особенно потрясают читателей в эти дни его мысли об Украине, о том, что предвидел писатель Полина Ермолаева. Сейчас, когда на Западной Украине валят памятники Ленину, почему же западные украинцы страстнее всех хотят, чтобы Украина имела именно ленинские границы, дарованные ей батюшкой Лениным? Вот пуля, ну она спереди уже, блядь, получается, как пчелку укусила. Сюда попала, там вылетела она. Вот первое ранение, осколок у меня сейчас в коленке торчит. Вот он отсюда вот началось, и вот здесь вот. Это вот огнестрельное, тут огнестрельное, мелочь, осколки. Корректировать огонь нашей артиллерии, под угол, в котором засели укры. Шустрые красавцы. Ахмед! Ахмед, выходи, сука! Да я знаю. Глядя на тебя, они думают, что за нас воюют чеченцы. А это парень из Донецка. Бой в Спартаке 22 января 2015 года, в котором я непосредственно был ранен. Очнулся я в морге. Очнулся от того, что на мне стали парку срезать. Ну, блин, до того она мне нравилась, такая она хорошая, удобная была. Я только услышал, как ножницы, замок. И у меня открылся всего один глаз. Лицо в крови было. Видать, я, как везли меня с этим, с убитыми, видать, я был заваленным. И, может быть, чья-то кровь, может, моя. Запеклась на глазах, и глаза не открывались. А тут уже лежу в этом, в корыте кафельном. Знаешь, там плитка кафельная, типа ванны или что-то такое, стол такой.
с углублением и лежу прям под краном. Получается, с крана мне вода капает прям в глаз. И он, видать, размок, и глаз у меня открывает. И тут в этот момент я понимаю, то, что ну, я лежу без штанов, холодно все-таки. Вот. И с меня срезают вот эту вот парку. Я прям врачих вот за руку схватил, куртку в арметро. Даже не пикнул, просто упал. Представляешь? Потери достаточно существенные, не то что существенные, а очень огромные были на тот момент. Вот, опять же, судя по Спартаку, судя по Дебальцеву, вот, потери очень колоссальные. Ну, во-первых, так сказать, двояко можно судить о данной операции, да? То есть, с одной стороны, разведка боем, как послали в Спартак, грубо говоря, чтобы укры подумали, что там прорыв. Вот. Укры начинают стягивать туда свои, так сказать, силы, вот, оголяя фланги. И под шумок этого, 22 января 2015 года, то есть мы терпим поражение в Спартаке, а укров начинает захлопываться котел в районе Дебальцево. Углегорск, Дебальцево, им там все... Силы ДНР, ЛНР совместными усилиями отрезают им все маршруты отступления. Естественно, опять же, и там потери немаленькие, потому что вот, артиллерия работала очень жестко по нашим. Сотни. Да. Сотни. Сейчас как даже вот про это вспоминали, говорю, мурашки по телу. Реально вспоминаешь уже. Давайте я чуть-чуть перекурю. Да, прям так это. Спартаке, когда уже все казалось, ну вот все, конец. Вот. Ведь не думал ни о чем. Вот. С именем Господа я, наверное, отключился и потом очнулся в морге. Вот именно с его именем. Много, наверное, близких потерял людей. Да. Хороших людей. Которые, так сказать, вот, которым стоило жить и жить еще дальше, их нет. А которые так себе, вот, которые приехали чисто пострелять, себя показать. А вот видео с дня рождения Светланы, врача нашего, ополченец исполняет песню, у нас слова и музыка его. Рвет кровавою мастью бешено, и швыряет на снег искореженный, грудь ее чипами увешана, из гробов по кирпичику сложена, оловянные души млечные. Кровью алой в небо влитые смотрят звезды глаза вечные, всегда юные.
забытые. Вот так вот вся плата. Да и все пацаны вот так вот вся плата. Кто это? Кто сотый? А друзья? Есть? Друзья, да, есть. Там и здесь тоже вот друзья, с которыми дружим вот с детства, да. Дружим с детства очень хорошо. Вот вчера друг заезжал. Кстати, он женился на девчонке из этой, из Донбасса. Друзья не забывают, родственники забыли, что я существую. Семья была такая большая, вот помню в детстве, я еще был маленьким-маленьким. Мы вот приезжали к прабабке еще, мы каждое воскресенье, ну то есть мы приезжали или в пятницу вечером, или в субботу с утра, да. Большой дом, а вот родня такая большая была, что вот спать, ну негде было. Каждый божий выходной мы собирались именно там, у прабабки. И попробуй только беспричинно не приехать. Сейчас этого нет. Маму, мамы не назову никогда. Как ты там поступил тогда? Не знаю, может, не то что обиду, тошно просто. Вот, грубо говоря, представь, вот, у тебя двое детей, да? Старший и младший. Одному все, другому ничего. Старший. Старший, потому что самостоятельный, более самостоятельный, он себе сам. А младшему надо все. Вот со мной произошла именно такая история, только немножечко еще. Уже если просто рассказать это все, думаю, нет. Уже обид на нее. За что мне прощать? Кто я такой, чтобы прощать? Бог простит. А я не вправе вообще. Маши руками-то. Сын догадывается. Ну, естественно. Папа говорит, купи мне форму, как у тебя. А, говорит, хочу форму, как у тебя. Не вопрос, сынок. Поехали. Купили ему форму, бандану. Он у меня классный. Люблю его до безумия. Да, я разведен. А каждое утро, грубо говоря, из Рязани в Москву не катаешься. Поэтому вот пока я тут, грубо говоря, выходные, каникулы мои. Давай закончим войну, а потом уже планы. Ну, как вот так вот сейчас жениться, оставить, так сказать, новоиспеченную супругу, не дай бог, вдовой. Самое ведь главное, чтобы нас дома ждали. Когда приходишь домой, улыбались, радовались, вешались на шею. Вот. Чтобы кости хрустели от объятий, да. Школу все вот разбить. А мы вот сейчас, так, где мы? Иловайск. Иловайск. Иловайск вообще весь разбитый. Они первого глаза говорят нам. Мы придем еще к вам в город убивать ваших женщин и детей. Ой-о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 й. Моя земля, у меня тут дочка, жена, внук, все здесь. Еще я должен кому-то что-то отдать. Я к ним пришел, они к нам снова пришли. Thank you.
мне друг сделал своими руками, как при помощи лазерной резки, сделал мне такой вот маленький презент. Нож, который мне подарили мои друзья из ФСБ. Вот, очень красивый, очень такой острый. Вот, но, так сказать, для использования только вот на рыбалку. Гражданские, так сказать, мои друзья, знакомые перед второй отправкой в Донецк. Мой товарищ. Я же знаю, что человек не был. Я потом. После Спартака долечивалось. Два раза с БТР скинул как раз на изгиб дорожного полотна спиной. Сейчас начал немножко в ногу отдавать. Приходится зачастую бегать. Кто к нам с мячом придет, тот по оралу и получит. Ну а дальше посмотрим. Будем играть в Гарри Поттера дальше. Увидел, пошептал непонятные слова, а через полминуты фаер-шоу наблюдаешь. Дед у меня здесь гонял их, не добил, а я доделываю за деда. Вот мы там вместе и служили с ним. А это вам, мужчина. Ну, спасибо большое. То есть можете, да, приехать как пропуск показать. Сейчас где вы служите? Сейчас артиллерийская разведка, дивизион Града. Тот же сам бригада, только... Бригада та же. Разделение. Ну ладно. Полетим мы. Давай. И прощаемся. Да. Вот. Давай, дайте аккуратно. Вам дорогу, будете пить? Да какой мы купим, ё-моё, сам давай выздоравливай, пей. Ну ладно. Здесь каждый гений, хоть и мнит, что он дурак. Здесь рождены великие таланты. Поэт всемирный, прадед, чей араб. Гусар Денис, России, аксельбанты. Здесь адмирал триумфа Ушаков, чей лик святым причислен был потомком, и доктор Даль, магистр русских слов, и Васнецов в своем узоре тонком. Это родина моя, дуб, березы, тополя, земля русская, тропка узкая, в заповедные края. Это родина моя, дуб, березы, тополя, земля русская, тропка узкая, в заповедные края. Нормально. А? Девушка, я военнослужащий, вот мы сейчас проезжаем по дороге. Указатель Барвинок, Свято-Покровский храм, вот здесь вот где-то. Вот, лежит гражданский на обочине, на дороге. Вот, дедушка, ему, по ходу дела, очень нехорошо. Он начал разговаривать, вроде как очнулся. Здравствуйте, что случилось? Да, здравствуй, я и был нормально. А не поднимайтесь, вы выпили, наверное, лишку, да? Да! 100 грамм выпиваю. А видно, что 100 грамм вот так вот лежит. Мы ехали вообще в том направлении, развернулись. Вот, видели, человек вот лежит вот, без сознания. Это вот сейчас он только разговорился. Мы знаем этих бессознательных. Это самое, извиняюсь, я реально думал, что конец. Все правильно, потому что... Так, ну ладно, мы тогда поедем. Красное колесо Александра Солженицына прокатится по волнам радио России. Масштабный роман эпопея о Первой мировой войне, февральской и октябрьской революции прозвучит в исполнении самого автора произведения. Он думает: господи, опоздал я со своим февралем. Надо предупредить, опять начнется этот безответственный февраль, похожий на безответственный февраль, надо предупредить соотечественников, что эйфория свободы – это замечательно, но в ней можно пропустить важные вещи. А порча сейчас идет, буйная идет порча, а не испытание страданием. Испытание страданием идет, конечно, когда голодает половина населения. Но порча идет гораздо больше. Через телевизор, через газеты, через общую атмосферу рвачества. Каждый живет за счет того, чтобы оттолкнуть других. Это гораздо разрушительнее. И это не страдание совсем. Совсем не страдание. Вот они приносят порчу.
соотношение местных и неместных поровну. То есть и тех, много, очень много людей едут из России, правые, так сказать, ребята, вот, все приехали бороться за идею против фашизма, мотивированные, да. Уже достаточно подготовленные, то есть бывшие военные, прошедшие, как, так сказать, горячие точки, вот, у которых большой опыт за плечами, то есть начиная от рядового сержантского состава, заканчивая высшим офицерским эшелоном. Большая, конечно, часть неподготовленных, так сказать, менее подготовленных к войне людей составляют местные шахтеры, которым приходилось одно время даже показывать, как построено автоматство. Правда, отрокам верным судила всегда испытаниями душу править. И когда приходила лихая беда, было трудно, но тот управит, кто однажды бессмертную душу твою искупил своей кровью святою. Значит, нужно победу добыть нам в бою, помнить главное, верное, вечное. Зарплату платят, сказать честно, солдат-боец получает 15 тысяч рублей, офицер 32 тысячи рублей. Война ломает людей? Ну, все зависит от характера, мне кажется. Были ребята, приезжали. Он не то, что себя попробует, он приезжает за идею, то есть, вот. А потом... Под таким серьезным обстрелом он понимает, что это не его. И хорошо, если он об этом находит все силы сказать. То есть, ребята, это не мое, мне страшно. За это не стоит судить человека, да? Вот. Он не сломался в этом случае. Ломается человек тогда, когда он терпит до последнего. И в самый, так сказать, ответственный момент он поворачивается к противнику спиной. Так как это же думает, что... У тебя тыл твой прикрыт, надежно, вот, работаешь. А тут оказывается, что ты остаешься один. Вот это, конечно, да. Это уже люди вот так вот хуже, как втихую ломаются. То есть сами себя все держат и находят силы сказать об этом вслух. Вслух сказал, никто за это не осудит. После Чечни было сложно, то есть получил первое ранение, 4 месяца лежал на животе, может быть, на тот момент я просто выспался, что вот, ну, по ночам вообще трудно было засыпать, во-первых, тишина, никто не стреляет. Все в мой блокпост. Одна упала, чего это рядом. Вторая вот эта. Сейчас третья еще пилота. Дивиться. Прямо возле моего блокпоста. Вантаж затримали біля селища Стрілеча Харківської області. Втім, наголошують, для вивозу таких елементів необхідний дозвіл від державної. То, що телевізор говорить, можна йому не вірити. Тобто говорять то, що народу потрібно вдолбити в голову. Реально происходящее. Это, конечно, страшно. По крайней мере, до весны этого нынешнего, 2015 года, были люди, которые устанавливали свои порядки в населенных пунктах. То есть есть зона ответственности. Вот от этого населенного пункта до того. Есть дорога, по которой двигается транспорт. В этих населенных пунктах работают магазины, то есть, следовательно, есть и предприниматели. Вот. И, так сказать, нечистые на руку ополченцы облагали какой-то данью. Находили пленных у них, гражданских. Молчу уже об убийствах, там, грабежах, изнасилованиях. Очень большое количество оружия, которое сейчас после вот этих всех боевых действий, после
котлов находится у гражданского населения. То, что как его будут изымать, как его будут находить, и где бы оно потом как вот всплывать будет, каким образом, при каких обстоятельствах и какие будут от этого последствия, обо всем этом стоит только догадываться. Стреляли там всегда. Вот. То есть не было никакого перемирия. Может быть, было потише, чуть-чуть потише. Стрельба каждый день. Такие территориальные батальоны, как Айдар, которые не подконтрольные, грубо говоря, верховному главнокомандующему. Я могу смело об этом говорить, потому что неоднократно мы видели польских, немецких военных. Большое, несметное количество американских военных, англоязычных. Больше я не встречал. Но то, что Польша, немцы и американцы, там есть 100%. Чеченское по сравнению с этим, это как в пионерский лагерь, я в Чечне видел. По сравнению с тем, что творится там. Не знаю, я не был в первой Чеченской. Она была самая жестокая. Ну и во второй компании, нам тоже доставалось, будь здоров. Но там по тебе максимум стреляли. Самое тяжелое, что из гранатомета. Вылезет партизан, стрельнет и попытается убежать. Может быть, убежит, скорее всего, убежит. Но тут граты, ураганы, САУ. Такое пролетает, будь здоров. Да это не беспокоящий огонь. Так, чтобы не спали поверх голов, а стреляют целенаправленно, выявляют огневые позиции, которые молчат в ответ. Сейчас очень строго, кстати, наказывают за то, что если в ответ без команды стреляют. То есть, если даже он тебе в окоп скоро уже, украинский, так сказать, нацист, залезет, то в него стрелять нельзя. В управлении, во всем МВД есть такие люди, которые бывшие СБУшники и все такое. То есть, и задают такие вопросы каверзные. Почему ты убивал украинских, так сказать, солдат? Ё-моё, если тебя убивать пришли, то как ты должен себя вести в данной ситуации? Самому лечь? Задают и такие вопросы. И очень строго наказывают. Я бы никогда не променял Россию ни на какие там, ни на Турцию, ни на Египет. Они мне даром не нужны. Плюс ко всему какие-то вот взгляды, всякие разные взгляды, на какие можно только вот. Мне ближе Россия. С ее устоями, с ее недостатками многочисленными, даже с ее вот этими дырявыми дорогами. Она моя. Есть где-то внутри такой тумблер. Мир и не мир. Он переключается мгновенно. Находимся уже совершенно не на мирной территории. Вот, краткий инструктаж. Значит, не останавливаемся, но если остановились, и любой, так сказать, из ряда вон ситуация, чем дальше от машины, тем больше шансов остаться живой. Это же.
Алло. День добрый. У меня звонок. Старый, это Роза. Это Роза, старый. Привет. Привет. Я тебе звоню сказать, ветер умер. Ветер? А что с ним произошло? Ранение в голову было. 3 дня под аппаратами полежал и сегодня в 1:00 ночи умер. О. Слушай, а как это произошло, а? Я не знаю, я так поняла, они ехали откуда-то. И в люк, в щель какую-то попала пуля и срикошетила ему в голову. Я поняла. С ума сойти. Слушай, у нас потери такие, обалдеть. Очень много расхоронил. Много расхоронил. Бывших офицеров ведь не бывает. Дал слово, он его сдержал. Ой, я ж твой. Приведу одну его цитату, она чуть длинноватая, но, тем не менее, стоит того, чтобы ее выслушать. Он писал так. «Происходящее на Украине, еще от фальшиво построенной формулировки референдума, для референдума 91 года, составляет мою постоянную горечь и боль. Фанатическое подавление и преследование русского языка, который в прошлых опросах был признан своим основным более чем 60% населения Украины, является просто зверской мерой, да и направленной против культурной перспективы самой Украины. Огромные просторы, никогда не относившиеся к исторической Украине, как Новороссия, Крым и весь Юго-Восточный край, насильственно втиснуты в состав нынешнего украинского государства и в его политику жадно желаемого вступления в НАТО. Изживание Черноморского флота и Севастополя является низменным, злостным надругательством над всей русской историей 19-20 веков. При всех этих условиях Россия ни в какой форме не смеет равнодушно предать многомиллионное русское население на Украине, отречься от нашего единства с ними». Вы знаете, вообще я вот это читал и вдруг подумал, что взгляд Солженицына на то, что происходит сегодня на Украине. Да, я любил тебя. Была ты и в черном панцире бушлата,
цветок призывного греха, дочь мужика, чей быт богатый смели и выжгли из лиха. Да, я любил тебя. Не только за дрожь груди, за трепет тонкий, за сохраненный щедрый пыл. В тебе, погиблая девчонка, судьбу России я любил. Человек реально хочет, чтобы кончилась война, чтобы не стреляли, чтобы брат брата не убивал. Вот эти же опять религиозные взгляды, то, что он даже сейчас, находясь здесь, то есть, как сказать, на лечении, на попечении, да, вот, он прекрасно понимает то, что все содеянное здесь, на этом, так сказать, свете, воздастся там. А у жизни глаза серьезные. Смотрят детством святым сверлящие. У свободы моей глаза грозные, всегда бодрые, всегда бдящие. И в бою обожженные пламенем, и до блеска слезами вымыты, осененные Божьим знаменем, правдой вечной в объятия принятые. Оловянные души млечные, кровью алой в небо влитые, смотрят звезды глаза вечные, всегда юные, незабытые. А у правды глаза, солнце свет, в них глядеть до боли мучительно. Но солдатика вложен в грудь билет. Недалекий край. Спаситель.